Другим темам. Стражи порядка, которые превратились в злостных нарушителей закона. В Свердловской области задержаны сотрудники полиции. Они пытали людей, выбивая из них признание в несовершенных преступлениях. Теперь описание издевательств стали материалами уголовного дела. Подробнее о незаконных методах работы отдела «Заречный» в репортаже Евгения Лямина. Ничего не знаю. Не знаю. Знаешь, что проходило, не проходило. Нам не докладывали. А, поняла. То есть это... УСБ, ФСБ. Обыски в ОВД «Заречный», а также задержание коллег здесь предпочитают не комментировать. Сегодня утром прямо на рабочем месте в наручниках оказались четверо полицейских, причем оперативных сотрудников. Вот кадры задержания в коридоре лицом к стене. Еще двое в розыске. Всего шестерых сотрудников отдела подозревают в избиении задержанных. По версии следователей, в марте прошлого года, расследуя уголовное дело по статье «Убийство», полицейские в прямом смысле слова выбивали признательные показания из подозреваемых. Следователи установили, что в конце марта 2014 года оперативники полиции заводили нескольких граждан поочередно в служебный кабинет отдела полиции по одному, где издевались над ними. Каждый раз, меняясь в составе, сообщники пытали людей, избивали их, душили. Один из полицейских даже угрожал пострадавшему, что справит на него естественную нужду и совершит с ним насильственные действия сексуального характера. Не выдержав пыток, тогда один из задержанных себя оговорил и признался в совершении убийства. Как установили сотрудники Следственного комитета, задержанный, которого пытали полицейские, к убийству причастен точно не был. Аналогичным образом, также в конце марта 2014 года двое сотрудников полиции из числа шести задержанных полицейских настолько сильно избили третьего проверяемого на причастность к убийству гражданина, что причинили ему закрытую травму живота с разрывом селезенки. Пытаясь повысить раскрываемость тяжких преступлений, стражи порядка сами, что называется, пускаются во все тяжкие. Это напоминает о резонансном деле в ОВД «Дальний» в 2012 году, когда, выбивая показания из человека, полицейские замучили его до смерти. 10 бывших сотрудников отдела были осуждены на длительные сроки. В отношении полицейских ОВД «Заречный» следствие еще ведется. Завтра в суде будет избрана мера пресечения задержанным стражам порядка. Евгений Лямин, Елена Кузнецова, Федор Юрасов, Первый канал.